В общем, вот такие кусочки. Вот где-то на ладони вот так. Здесь у меня 2200. Ну, где-то чуть-чуть подрезаю. Полтора останется. Вот такие кусочки красивые я нарезала. Здесь сильно много жира, поотрезала такие куски. Я не люблю, когда сильно жирно. Это потом можно на самсу порезать, либо в манты. Либо просто картошку пожарить. Будет очень вкусно. Килограмма полтора. Три жменьки, наверное. У меня чуть больше. Чем больше, тем лучше. Вот лук я так обмыла. И выкладываю в сало. Кастрюля у меня большая, ох, как раз слоем вышел, классно. Добавляю 3 ложки соли с горкой. Соль, ничего страшного. Она будет вариться, лишняя соль не возьмет. Лаврушку. 3-4. Перец горошком посыпаю. Закипит, убавлю на медленный огонь и будет вариться 40 минут. Вот прошло 40 минут, сало готово, сварилось. Убираю в прохладное место. До полного остывания получилось. Оно уже остыло. Сейчас я почистила две головки небольшие чеснока, измельчу, добавлю чуть-чуть соли и чуть-чуть черного перца. Такой смесью чеснок, перец и чуть-чуть соли. Обмазываю сало. Укладываю в такой контейнер. Сало получается такое ароматное, вкуснятина, обалденное. Я сейчас замотаю пленкой, поставлю в холодильник. И по кусочку, когда надо, достаем и кушаем. Очень классная, натуральная. Получите сейчас эти колбасы в магазине продают, неизвестно, что там. Всем хорошего настроения, хорошего дня, удачи во всем. Пока!